Здравствуйте. Чтобы открыть окна и люк с ключа в 210, нам нужно нажать на кнопку открытия двери и держать, направляя ключ на датчик возле личинки. Ну, работает он в пределах примерно 5 сантиметров. Так у нас открываются все окна и люк наполовину в универсалах. Но чтобы закрыть все окна, нужно нажать кнопку закрытия. Также держать.